духовного песнопения, которое сравнивали с ангельским пением, и зазвучали божественные мелодии в соборах и в церквях, и не только, также в русских песнях. Встречайте, художественный руководитель ансамбля древнерусской музыки Сирин, известный исполнитель духовных стихов и песнопений Андрей Котов, город Москва. Ура! Здравствуйте.
Отрадно, что сегодня, благодаря усилиям российских фольклористов, специалистов по русскому фольклору, энтузиастов своего дела, старинные русские обряды и праздники любят молодые ребята, которые с гордостью надевают русский традиционный костюм, поют русские народные песни, празднуют народные праздники, являются примером для современной, прозападно воспитанной молодежи. Художественные руководители Наталья и Николай Маркины. Встречайте!
Пушкинского колледжа искусств художественный руководитель Татьяна Кондратьева. Yeah.
и сестры, что вы встретили этот праздник вместе с нами. Мы желаем вам здоровья, конечно же, счастья и семейного благополучия. Желаем вам любви, любви прежде всего к своей родине, к своей культуре, и ждем вас на площадках нашего фестиваля. Сегодняшний день будет проходить в Пензе, а завтра всех ждем в Лермонтовском музее-заповеднике Тарханы, где будет следующий день фестиваля. До новых!